Change to the world, reaching out for a soul, kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars to catch the spirit of hope. I know after the Читает Кэтвилл, часть четвертая. Стены. Тридцатое октября две тысячи. Чимин, ненавижу тебя. Семнадцатое октября. Две тысячи. Чимин. Нет, серьезно, ты придурок. Двадцать пятое октября две тысячи чемин. Я из-за тебя три недели пролежал с Ангиной. Первое ноября две тысячи чемин. Прости, я не имел в виду, что ненавижу тебя. Просто ты предатель. Двадцатое ноября. Две тысячи. Тимин. Не знаю. Или тебе это интересно, но Хасок Хён пришел в себя. Он не спрашивал, где ты. Будто ты так все знал. Но я все равно сказал. Он отвернулся к окну, и я видел, как он тихо плакал. я все-таки ненавижу тебя. 15 января две тысячи. Чемин. Дни в палате тянутся так долго. Мы пропустили Рождество. Я завалил пробные экзамены. Надеюсь, ты тоже. 30 января. Осок сегодня накричал на меня. Он сказал, что я должен жить своей жизнью, а не сидеть сутками у его кровати. Он злился, что я отказываюсь поступать в Сеульский. Он сказал, что хочет стать мне чужим. А потом плакал и бил свои ноги, чтобы почувствовать их. И я обнял его сильно-сильно и понял, что никогда не смогу уйти. Не хочу. Ким ты, я надеюсь, тебе так же больно, как ему. 8 февраля. Чимин. Черт. Нет, прости. И я не хочу, чтобы тебе было больно. Ты хорошо питаешься. У тебя есть кто-то, с кем ты можешь разделить свою боль. Я бы хотел понять, что творится у тебя внутри. Но ты не дал мне даже шанса. За это я тебя ненавижу. Но все же я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. 5 марта 2000. Чемин. Уже весна. Так быстро. Я не успеваю считать дни. Хасок все еще так же отказывается бороться. Лишь лежит целыми днями и подолго залипает в одну точку. Он любит, когда я ему читаю. Не важно что. И мы даже устраиваем вечер кино по субботам. Чунгук покупает сырные чипсы и колу. Я с Хасоком сидим на диване, а Чунгук в ногах. Хён кладет мне на плечо голову, и я знаю, что в этот самый момент он думает о тебе. Мы больше не говорим о тебе. Но все еще строчу тебе чертовы сообщения, которые ты никогда не прочитаешь. А Хён просто молча ждет тебя. 28 мая 2000. Чимин. Я не писал тебе два месяца окажется, а что только вчера. Я слышала от мамы, что тебя приняли в университет искусств. Я рад слышать, что ты двигаешься дальше, даже если оставил нас позади. Я все еще ненавижу тебя за то, что ты сделал. Ну, Боже, как я хочу, чтобы ты был счастлив. С нами или без. Потому что, когда ты уезжал, то оставил ту картину, и я просто... Я чувствовал, как тебе было больно. Я забрала ее себе, ты ведь не против. Даже если против, ты все равно не ответишь. До этого я не решался спросить. Но те вороны, это ведь были мы? 10 июля 2000. Чемин. Такой жаркий день. Мы с Чунгуком сегодня купались целый день в нашей реке. Хасок лежал на нашей траве и смотрел. Он сегодня впервые за все время улыбнулся, и меня вдруг наполнило таким счастьем, что я чуть не расплакался. Мы с Хасоком часто гуляем. У него крутая коляска, так что мне несложно вести ее даже под гору. Мы все время молчим о тебе, но теперь это приятное молчание. Мы стали больше говорить о каких-то мелочах, Оказывается, у нас столько общего помимо тебя. Хён поступил на преподавателя литературы, как его папа. А меня заставило поступить на танцы в тот колледж, что недалеко от дома твоей бабушки. Там, кстати, сейчас живет милая семейная пара, и их дочь положила глаз на Чунгука. Ему уже шестнадцать. Он такой милашка, ты бы видел. И помогает Хёну во всем. Они а вправду как настоящие братья. Сегодня прекрасный день, я счастлив. Ты Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты всегда можешь вернуться. 19 октября 2000. Чемин. Я зарекался себе не писать тебе больше. Я хотел, чтобы то сообщение стало последним. Мне кажется, я вру Хасоку, когда пишу тебе. Но все же я не могу не написать. Хотя бы так. Я хочу быть хоть немного ближе к тебе. Сегодня Хасок впервые попросил меня станцевать перед ним. Я так волновался. Я танцевала, а он смотрел внимательно и почти осторожно. Я танцевал, как последний раз в жизни. Мое дыхание сбилось а глаза Хасока снова загорелись. Я клянусь. Я видел это даже в полумраке комнаты. А потом он позвал меня в свои объятия. Это были первые объятия спустя год после того, что случилось. Он сказал, что я заставляю его держаться за эту жизнь. Я был счастлив и знал, что на самом деле это он заставляет меня за нее держаться. 10 января 2000, Чемин. Рождеством. В этом году, на удивление, теплая зима. Городскую елку украсили особенно хорошо. Сегодня целый день провели с моей семьей, а вчера с Чунгуком ходили за подарками. Я показал Хену засушенные цветы, что он мне дарил когда-то. И Хасок так долго смеялся, что я расплакался. И ему пришлось вытирать мои слезы. Мне казалось, мое сердце разрывается от радости. А потом Хасок катал меня на своей коляске. Я сидел на его коленях, и мы врезались во все углы. Это было смешно. Тюнгук снимал видео. Ну, не думаю, что будет уместно его скидывать. А еще на веранде висела Амела. И, ну, ты понимаешь, мы поцеловались. Тахёна, кажется, мы научились жить без тебя. Ну ты все еще можешь вернуться, только захоти. Надеюсь, что рядом с тобой есть кто-то, и ты не празднуешь один. Я бы не хотел, чтобы ты грустил в такой день. 12 января две тысячи. Тимин. И еще я не ненавижу тебя. 26 апреля 2000. Чимин. Я так долго не писал тебе. Четыре месяца. Уже апрель. Жизнь так кружится, что мы уже совсем взрослые. Сегодня Хён сделал первый шаг. Да, держась за станки, да, через боли и слезы. Но первый шаг всегда такой сложный. Я смотрел на него и так им гордился. А Чунгуки расплакался. <laughs> это надо было видеть. Доктор Ким сказал, что все показатели в норме, и дальше все зависит только от него. Он станет, он сможет, я просто знаю. Я все еще делаю все для этого. Хеон предложил мне встречаться, то есть быть с ним по-настоящему. Ну, знаешь, как пара. Мы никогда не обсуждали это в открытую. Но мы ведь всегда знали, что не такие, верно? Тогда, в ту ночь, когда мы ласкали друг друга, это же было не по фану, правда? Мы просто этого хотели, потому что... Потому что чувствовали что-то друг другу, но еще толком не могли объяснить, что. Мы всегда знали, что другие. Ты, Йона, я надеюсь, тебе не приходится скрывать свои сущности, быть кем-то другим. Не собой. Азок предложил мне быть с ним, когда он снова сможет ходить. И я согласился. Это стало для него как такой сильной мотивацией, что он стремительно пошел на поправку. Но что мне делать? Я хочу быть с ним как можно скорее. Не хочу и не могу ждать. Потому что на самом деле я, правда, очень сильно люблю его. Я люблю его почти так же, как когда-то любил тебя. И не хочу терять драгоценные минуты на сожаление и ожидание. Я признаюсь ему сегодня, и мы будем вместе. Это то, что я хочу сделать для себя самого. Прости, что так много написал. Мне нужно возвращаться. Скоро заканчиваются процедуры Хёна, и мы идем в кино. Хиона, береги себя. 4 сентября 2000. Тимин. Я снова долго не писал тебе. Прости. Учеба, соревнования по танцам, выгуливание Чунгука, реабилитация Хасока. Все так закрутилось, что и не угнаться за всем. Но я все равно не перестаю думать о тебе. Не так часто, как раньше, но все же. Ты в порядке? Как ты живешь? Чем ты живешь? Хранишь ли ты воспоминания о нас в своем сердце? Кто сейчас в твоем сердце? Улыбаешься ли ты, как раньше? О, у меня еще много вопросов. Но я смирился с тем, что мы не всегда получаем ответы, и это нормально. Мы с Хасоком вместе. По-настоящему. Он уже может полноценно прогуливаться. Иногда с костылями, но все же. Сахджин сказал, что Хён к зиме уже должен полностью самостоятельно передвигаться. Ох, он такой классный доктор, и человек тоже ничего. А какие шутки шутит, ты бы слышал. Хотя, наверное, не оценил бы. У него довольно специфический юмор, но мне нравится. Чонгука его шутки бесит. Но это не мешает ему таскаться за Хёном хвостиком. Может, ему тоже медицинская тематика по душе. Мне снова нужно идти. Было бы здорово, если бы ты когда-нибудь все это прочитал. Думаю, ты был бы рад слышать, что у нас все хорошо. Если это, конечно, все еще имеет для тебя значение. Надеюсь, что да. Потому что, кем ты Хён, ты всегда будешь иметь для нас значение. 10 января 2000. Ты Йона с Рождеством. Желаю любви, чати и ярдости для тебя. 11 января 2000. Прости, я был пьян. Не стоило тебе писать. Я все еще после каждого сообщения обещаю себе, что это последний раз но каждый раз срываюсь. Я все еще думаю о тебе. И я знаю, что Хасок тоже. Мы вместе. Но что тут без тебя все равно не так. Помнишь, когда-то ты нарисовал на наших руках солнце, луну и звезду? Так вот, звездам без луны одиноко на небе. Солнце тоже. Мы ходили вчера на нашу гору, катались на лыжах. Косок сопливит страшно, как всегда, только успевай сопли подтирать. <с, 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 <с Мы лежали на снегу, делали ангелочков и смотрели на звезды. Их было так много, но все равно пусто. Там больше не было самой яркой звезды — тебя. Мы впервые говорили о тебе. Долго, почти до рассвета, пока не отнились конечности от холода. Хасок рассказал, что вы целовались в тот же день, когда мы с тобой, ну, занимались легким петингом. Я рассказал, что было между нами и что я пишу тебе время от времени. Он только жал мою руку сильнее и продолжал смотреть в небо. Хасок сказал, что мы должны тебя отпустить, если любим, потому что ты сделал свой выбор, и мы не вправе тебя удерживать. «Ну, Боже, я знаю, как сильно он в тебя был влюблен. Ему, наверное, сложно было произнести это вслух. Тихона, если это действительно то, чего ты хочешь, мы отпустим». 3 июня 2000. Чимин. «Нет, Джорд, прости. Я все еще не могу этого сделать. Я пытался». Меня хватило на пять месяцев. Я просто еще не готов. Все еще не готов. Дай мне еще немного времени. Как ты там? На прошлой неделе я рассказал маме о том, что у меня с Хасоком отношения уже год как. Мы были на кухне только вдвоем. И знаешь, она застыла всего на секунду. А потом просто продолжила нарезать лук. Она сказала, что всегда догадывалась. Еще с детства – это было понятно, когда она находила нас спящими втроем в обнимку, когда я ночевал у кровати Хасока в больнице. Это было всегда. Она лишь сказала, что рада тому, что я доверился ей, и что мое счастье ⁇ это самое для нее важное. Я был так ошеломлен и счастлив. Я просто хотел поделиться. Спасибо, что выслушал. Эти сообщения раньше были адресованы лишь тебе. Теперь же мне кажется, что я говорю сам с собой. Одно нажатие кнопки, и все с легкостью исчезнут. Но я до сих пор не нажимаю на «Делит». Значит ли это, что все еще надеюсь, что ты прочитаешь это хоть когда-нибудь? 17 августа 2000. Чемин. Тэхён. Мне тут стало интересно. Сколько у тебя было любовников или любовниц, неважно. Просто я фантазирую иногда об этом. Думаю о том, как кто-то касается тебя, гладит, ублажает. Или как ты касаешься кого-то, совершенно мне незнакомого. Я возбуждаюсь иногда, думаю об этом. Сегодня снова шел дождь, и я вспомнил ту ночь у меня в комнате. Могу ли я считать себя твоим парнем первым? О, как глупо. Мы ведь тогда продержались минут десять от силы. Я даже толком и не понимал, что происходит. Это было подростковое. У меня с Хасоком все было по-другому. Мы много говорили об этом, обсуждали, готовились. И все равно мало что пошло по плану на самом-то деле. Но было приятно. А сейчас мы уже ближе некуда. Но все равно я иногда вспоминаю эту ночь, и во мне что-то непонятное происходит. Я возбуждаюсь так быстро и удовлетворяю сам себя под одеялом, думая о тебе. Мне уже даже не стыдно. Интересно, это считается изменой? Ох, прости за это. Просто за окном дождь. Во мне уже две бутылки вина. Хасок повез Чунгука на соревнование в Пусан, а Джин ушел еще полчаса назад. Мы с Хасоком, кстати, живем вместе. Я преподаю детской танцевальной студии, а Хён помогает мне. Он даже танцует иногда со мной и разминается. Была и его гибкость утеряна, но он все так же прекрасно чувствует музыку, и каждый ее бит. Я все еще так сильно восхищаюсь им» как будто мне снова шестнадцать. Я так сильно люблю его за нас двоих. Я буду любить его всей душой, с сущностью так долго, как только смогу. Постараюсь до последнего вздоха. Поэтому не волнуйся живи, как хочешь, Ким Тэхён. Я отпускаю тебя. Живи так, словно бы весь мир в твоих руках. И будь счастлив, как никогда до. Я перестану тебе писать. Я наконец-то готов это сделать. Спасибо, что познакомил меня с Хасоком. Спасибо, что подарил нам свет и сделал нас достаточно сильными, чтобы жить дальше. Прости, что подарили тебе плохие воспоминания. Я надеюсь, ты стер их из своей памяти. Когда-нибудь, я надеюсь, увидеть тебя снова. Если будешь в наших краях, обязательно зайди к нам. Ну, поболтаем, посмотрим наши общие фотографии, поговорим о детстве. И сможем снова улыбнуться друг другу. Я буду ждать этого дня. Потому что ты навсегда останешься нашей луной, кем-то хён. 13 ноября. 2000. Хасок. Какого хрена? Ты, блядь, издеваешься? Кем ты хен, ублюдок? Я не для этого рисковал своей жизнью. Не для того, чтобы спустя шесть лет увидеть твои кровоточащие картины. Ты несчастлив. Боже, как же ты несчастлив. Это я обрек тебя на такие страдания. Мне стоило поступить по-другому в тот день. Что мне нужно было сделать, чтобы ты остался жив и был счастлив? Мне стоило остаться на месте и смотреть, как тебя сбивает машина? Черт, я даже не знаю. Я уже ничего не знаю. Мы с Чемином так радовались твоим успехом, когда видели в новостях. Ты что-то вроде гордости нашего города. Мы не должны были ехать в Сеул на эту гребаную выставку. Мы просто хотели посмотреть на тебя, хотя бы издалека, и увидеть твои картины. Мы хотели подышать с тобой одним воздухом но в итоге отравились. Мне было так больно от того, что ты ушел. Я так сильно тебя ненавидел, потом ненавидел себя, потом жалел. Я в глубине души хотел, чтобы тебе было так же больно. Но когда я увидел это своими глазами, я почувствовал на секунду, что меня снова сбила машина. В этот раз насмерть. А рядом со мной был Чимин. Он латал мои раны. Он спас меня. Он подарил мне новую жизнь, новое дыхание. У Но тебя же рядом не было никого. Ты был один на один со своей болью. И вместо того, чтобы бороться с ней, ты лишь сосредотачивался на ней сильнее и сам себе делал больно. Я видел тебя в галерее совсем недолго. Я видел твои черные глаза, угольки. Я видел твою бледную и царапанную шею под воротом полупрозрачной блузы. Я видел, как нервно ты мотал головой из стороны в сторону, как дергал рукой в такт своим мыслям. Я видел, как тебе было скучно, как не было ничего, за что бы стоило зацепиться взглядом. Я не знаю, как это объяснить, но я каждой клеточкой своего тела чувствовал, как ты разбит. Являлся ли я этому причиной? Я уже жалею, что подтолкнул тебя рисовать, что оттолкнул от машины, что не пытался тебя удержать и искать после исчезновения из нашей жизни. Я хотел было подбежать к тебе, сам того не знаю для чего. И что я только собирался сделать? Ну, какой-то парень увел тебя к выходу. Он твой любовник? Черт. Пусть лучше о тебе позаботиться. Прости, я не хотел писать. Чимин тогда отошел в туалет и не видел тебя, но и картин ему хватило, чтобы разрыдаться. Та еле его успокоил. Мы ехали домой в молчании. С того самого дня я думаю о том, что если бы я смог вернуться назад, изменил бы я хоть что-нибудь. Я бы поступил так же потому что это все еще лучше, чем только лишь подумать о том, что ты мог умереть. Тогда я видел, как дернулся Чимин. Мне показалось, что он собирается побежать к тебе. И я вдвойне испугался. Я не хотел терять вас. Я лучше сам умру. Так я тогда подумал, и мое тело само это сделало. Должен ли я сказать тебе, как сильно был в тебя влюблен? в подростковом возрасте. Оправдает ли это меня хоть немного? Сейчас для меня Чимин — это мое все. Он мой свет и мои крылья. Он мой полностью. Я люблю его. Но ты всегда останешься моей первой любовью. Я просто хотел защитить свою любовь. Я вовсе не жалею. Я смотрю, как Чимин танцует и как он улыбается — и этого вполне достаточно. Я жил с мыслью, что ты тоже где-то там улыбаешься, пусть не мне и не Чимину. Я помню твою милую улыбку, помню твои глаза, помню милую родинку на кончике носа, твои светлые волосы. Жаль, что от этого детского образа ничего не осталось. Не казалось, ты уехал в лучшую жизнь». Я боялся поехать за тобой. Мне казалось, что бесполезно тебя удерживать тут, что ты способен летать гораздо выше. Но, Боже, я так ошибся. Тимин показал мне эту картину с воронами. Если бы я только увидел ее раньше, смог бы я тогда решиться удержать тебя рядом с собой, рядом с нами. Я не знаю. Я даже сейчас все еще растерян. Я не знаю, что делать. Рядом с тобой тот парень, которому можно так сильно сжимать твои плечи. Ты все еще не хочешь нас видеть. Мне показалось, что если бы я попался тебе на глаза, ты бы ты бы раскрошился в пепел, как те самые вороны из твоих картин. Что я должен сделать? чтобы тебе стало легче. Ты, Тэхён, что тебе нужно на самом деле? Скажи, и я дам тебе это. Ну, черт, это все невозможно, потому что ты молчишь. Уже шесть лет молчишь. Мы проебали время. 14 ноября 2000. Хасок. Ах, да. Я хотел тебе кое-чем признаться. Я не говорил это никому, даже самому себе. Но я должен сказать, я скучаю по тебе. Все это время, все шесть лет, каждый день я скучал. Да он не в себе, когда яростно стирает слезы со своих щек, когда наугад набирает номер такси, когда едет на вокзал и берет билеты на ближайший поезд. Он точно не в себе. Когда пишет нам Джуну скомканное «Я возвращаюсь». Ничего больше не объясняю. Сердце разрывается изнутри импульсами, ударами, давлением. Лишь бы не умереть в дороге. Он все еще не знает, что им сказать, когда их увидит. Не уверен даже, что осмелится посмотреть им в глаза. Ну, боже, просто один, только раз, еще один раз, даже если уже поздно. Это не важно. Он плетется от станции почти с закрытыми глазами, потому что помнит каждую тропинку и переулок наизусть. Он дышит так часто и много, что можно умереть от передозировки кислородом. Ноги плывут по асфальту, утопают в нем, вязнут. Если есть минута более значимая и волнующая, чем эта, то только следующая. Когда он останавливается у нужного дома. Ровные елочки вдоль каменной дорожки, припорошенные пылью, пестрые ковры на перилах, лай соседской собаки слева и шероховатая поверхность деревянной двери. Да он не знает, что его ждет. Он боится и его трясет. То, что сейчас происходит, изменит его жизнь. Мир сужается до двери впереди. Тэхён стучит. Он все еще не знает, что скажет им, когда увидит, но... Тэхён сам строил эти стены. Поэтому знает, как их разрушать. Дом. Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Дверь распахивается спустя долгие три минуты. На пороге стоит высокий парень, темные волосы, собранные в небрежный пучок, в ушах металлические серьги Конга. Тахёну на секунду кажется, что он ошибся адресом. Но все такие же большие оленьи глаза Прямой нос и маленький шрамик на гладкой щеке выдают незнакомца с потрохами. Тэхён не может ошибиться. «Привет, Джунгук. нервно улыбается Тэхён. Глаза младшего на секунду расширяются, то ли от удивления, то ли от ужаса. Тэхёну хочется думать, что от того, что узнал. Тэхён пораженно выдает тот, будто самому себе не верит. Они так и стоят, осторожно осматривая друг друга, боясь сделать лишнее движение. Тихон видит, как в напряжении Чунгуковой руки покрываются венами из-под рукавов толстовки, как толика грусти пробегает поперек глаз, тут же сменяясь тихой обидой и чем-то еще, облегчением. Чунгуки, кто там? В коридор выбегает привлекательная девушка. У нее такие же большие глаза, как у Чунгука, светлая кожа и обворожительная приятная улыбка. Звонкий голос заставляет обоих отмереть. И это Ким Тэхён. Он когда-то жил в этом доме, в котором сейчас живет твоя семья. Он переехал в Сеул лет шесть-семь назад, прочищает горло Чунгук. О, классно! Чего же ты его на пороге держишь? Пусть заходит. Девушка буквально затаскивает обоих в дом, ведя сразу на кухню, по дороге представившись как вон. Она готовит им чай, вытаскивает из холодильника профитроли, насыпает в тарелку печенье и без умолку болтает о том, что, в принципе, за шесть лет ничего тут толком и не изменилось. он слушает в полуха. Он с каким-то неведомым ему ранее упоением оглядывает кухню. Все, как он помнит. Сколько бессонных ночей они провели в этой кухне, струили шалашип под столом, учились готовить кимчи, измазавшись в приправах, крали из холодильника колу, делали лед из чая, сожгли сковородку, пытаясь приготовить чипсы из картошки, и говорили о многом, о мелочах, о чем-то таком важном для них в том светлом прошлом. Тэхён помнит, о чем. Нуна, можешь оставить нас, неожиданно слишком серьезно произносит Чунгук, останавливая девушку на полусловие и вырывая Тэхёна из собственных воспоминаний. Да, вон резко замолкает. Конечно, я, если что, буду в гостиной, мягко отвечает она. Взгляд Чунгука тоже смягчается, и он улыбается ей. Тэхёну кажется, что он тут как никогда лишний. Ну, зачем ты приехал? Спрашивает Чонгук, как только девушка покидает кухню, и за ней закрывается дверь. Он смотрит на Тихиона в упор, будто пытается залезть в его мысли. Найти там что-то абсолютно ужасное и гадкое. Находит только глубокую темноту, испутанные узлы чувств. Тихиона все еще страшно. Возможно, уже действительно поздно что-то менять. Но, боже, он хочет попытаться. Один только раз. А для этого нужно быть честным. Поэтому он отвечает взглядом на взгляд и произносит. Я хочу все исправить. Поздно. А сок он теперь с Чемином. Так что не думаю, что... Я знаю, просто отвечает Тихен. Ты причинил всем много боли. Знаешь, они долго это переживали. Ты просто исчез. Знаю. Думаешь, у тебя есть право появляться здесь спустя шесть лет и думать, что можно все исправить, только одним прости? Нет. У меня нет на это права. Но... Вопросительно изгибает бровь Чунгук, понимая, что Тихион не намерен продолжать. Но все же я здесь, выдыхает он. Они молчат еще несколько долгих минут, после чего Чунгук немного смягчается и как-то устало выдыхает. Мне было тринадцать, когда я узнал, что моего отца, который вечно был в командировках, на самом деле была другая семья. Я сразу ее не взлюбил. У моей мамы диагностировали последнюю стадию рака — и она вынуждена была лежать в больнице, а меня забрали в эту семью. Я ненавидела Хасока, и это было взаимно. Он был громким, шумным, несуразным каким-то, казался до одури глупым и самонадеянным. Я направлял все внимание родителей на себя. Казалось, если что-то заберу у него, станет легче. На самом деле я завидовал. Он занимался тем, что ему нравится, танцами и великами. Родители не требовали от него высоких оценок. У него были такие друзья, как ты и Чимин. У меня ничего не было. Я злился из-за этого и завидовал. Я думал о том, что есть такого у него, чего нет у меня. Но я так и не понял. А потом умерла мама. И... Хасок неожиданно стал единственным, кто был со мной. Мне казалось, что он меня понимает. Папа говорил, что мужчины не плачут, а Хасок пробирался ночью ко мне в комнату и плакал вместе со мной всю ночь. И говорил, что плакать – это нормально. Ему ведь тогда было уже шестнадцать. Я спрашивал, почему он это делает. Он сказал, что вместе легче что-то пережить что старшие не поймут. У них заботы о похоронах и документах. У них нет времени на грусть. Они грустят внутри. А мне тогда хотелось кричать о своей потере на весь мир. И чтобы меня пожалели. Хасок сказал, что все теряют. Что этого не избежать. Он сказал, что будет рядом. Я потерял маму, но обрел брата. Я знал, что не один. И хоть меня с тобой или Чимином можно было назвать друзьями, вы все равно таскали меня с собой, чтобы я не оставался в одиночестве. Это было приятно. Мне так жаль. Произносит он как-то слишком тихо и немного пораженно. Почему сейчас это звучит так ошеломляюще? он ведь и раньше это знал. Я говорю, это не для твоего жаль, мотает головой Чунгук и продолжает. Я знал, что ты чувствовал едва ли не лучше, чем кто-либо. Я ведь тоже терял. Рядом с тобой было так много людей, готовых тебе помочь, но ты так подло поступил со всеми. Я думал, что не вправе осуждать твой поступок, но ты причинил боль людям, которых я люблю. И у меня. Не такое большое сердце, чтобы простить это. Так что, если ты не уверен в том, что чувствуешь, и не готов пойти до конца в своем стремлении, лучше уезжай. И я никому не скажу, что ты тут был. Если ты хочешь извиниться только лишь для своего собственного успокоения, лучше не нужно. Тыхен чувствует, что Чонгук проверяет его. Он не позволит причинить кому-то либо боль. Тихион так за это благодарен. На самом деле он все еще не знает, как исправить то, что натворил. Но, Боже! Тихион всю жизнь был уверен в том, что чувствовал. Я поступил ужасно. С Хасоком, с Чимином, с тобой. Извинений никогда не будет достаточно. Но все же прости меня. Я был растерян. Мне казалось, что никто не понимает меня, что все это лишь жалость. Я стал ненавидеть себя и людей вокруг. Мне казалось, что это никогда не закончится. И ты прав. Я просто сбежал. Но я ни единого дня не позволял себе забыть о том, что сделал. Я запрещал себе думать о хорошем и мечтать. Я запер себя в своей же вине и жалел больше, чем кто-либо. Я бездействовал, но я больше не хочу так. Если у меня есть хоть малейший шанс на прощение, я сделаю все для этого. И я хочу остаться в любой роли, которую они мне позволят. он впервые за все время так откровенно рассказывает о своих мыслях. Кажется, даже с Нам Джоном Тихин строил сплошные стены. Он впервые чувствует себя собой и больше не хочет возвращаться к прежнему Тэхёну. «Я понял тебя», — отзывается Чунгук и встает из-за стола. «Я отвезу тебя к ним. Но не думай, что я забуду все это так просто». «Для меня и этого достаточно на первое время. Спасибо». Тэхён переполнен благодарностью. Тэхён по привычке хочет сесть на заднее сиденье и позвать Нам Джунова, но вовремя себя одергивает. Наверное, Нам Джун вне себя от паники. Тэхён не сменил сим карту. Тот наверняка не может дозвониться. Нужно будет позвонить и извиниться, но после. Все остальное после. Тэхён все же садится на переднее сиденье, пристегивается, мнет в своих руках пальто, подчищает горло. Усиленно думает, что скажет им при встрече, но в голове только обрывки фраз. Он смотрит через окно, как из дома выходит Чунгук, а за ним да вон. Они недолго говорят о чем-то, а после девушка аккуратно касается его руки и подтягивается на носочках, целомудренно целует Чунгука в губы. Он нежно обхватывает ее тонкую талию одной рукой, притягивая ближе, а после отстраняется. Не направляется к машине. Ты он выдыхает. Чунгук уже совсем взрослый. Сколько ему? Двадцать? Двадцать один? Между ними разница года два, не больше. Родители вообще в Кванджу переехали к бабульке. Уже год там с ними живут. Приезжают на праздники. Рассказывает Чунгук, пока они едут к дому Хасока и Чимина. У Тихёна с каждым метром сердце в два раза быстрее биться начинает. А с таким количеством ударов в минуту долго не живут. У него ладошки потеют, черные волосы к колбу липнут. «Это твоя девушка?» — почему-то спрашивает Тэхён. «Это вообще-то не его дело, но впервые за шесть лет в нем проснулось любопытство, и он просто не успевает остановить себя». Типа того, отстраненно отвечает Чунгук, смотря на дорогу. Типа, у нас все временно, наверное. Она красивая девушка. Она старше тебя на пять лет. Да ладно, поднимает брови Тэхён. — Выглядит на двадцать. Почему тебя интересует моя девочка? Выпаливает Чунгук и кажется, начинает нервничать. Да так просто. Напоминает мне кое-кого. Тот же разрез лисьих глаз, ямочка на щеке, улыбка сердечком, блестящие волосы. Даже манера речи напоминает. Его. Кого? Никого. Странный ты. Разве я не всегда был таким? Чунгук молчит, потому что нет. Не таким. Теперь в Тихионе боль, с темнотой скребется. «Может, все-таки вылезешь из машины?» Спрашивает Чунгук. «Они уже минут пять как приехали». «Да». Выдавливает их он и, наконец, открывает дверцу, выходя из машины. И только захлопнув дверь, сразу сталкивается взглядом с ним. Где-то в параллельной вселенной... Тэхён подбегает к Хасоку, обнимает его крепко-крепко, из рук не выпускает, утыкается холодным носом прямо туда, где в артериях и венах неистово пульсирует горячая кровь. И он зубами кусок мягкой кожи отрывает. Хасоковой кровью заливается, которую до сих пор со своих рук смыть не может. И боится этого. В параллельной вселенной Тэхён Хасока целует до да, не менее до головокружения, до спазма во всех внутренних органах. В реальности Тихионова ноги корни в асфальт пустили. Он двинуться с места не может, дышать тоже, смотреть даже больно, но взгляд оторвать все равно не получается. Хасок прямо перед ним, стоит на своих двух. В шоколадных волосах прячутся звезды, в глазах один только космос — подрагивающих руках чашка зеленого чая. А в другой руке корм для собаки, что прямо сейчас ластится о его ногу и тоже хочет урвать кусочек внимания хозяина. Но без толку. Потому что точно так же, как глаза Тихена, прикованных к Хасоковым, те прикованы к нему самому. Также смотрят на него, изучают, вспоминают сравнивая с образом из давно потерянного детства. «Смотри, кого я привез!» Чунгук выглядывает из машины, опирается на дверцу и самодовольно улыбается, будто сам его из Сеула и приволок. Хасок аккуратно ставит чашку на дворовый столик, то даже кладет корм, на свинцовых ногах делает шаг. Шаг, который Тихену кажется таким огромным, что он почти умирает внутри, почти хочет отступить, спрятаться, уехать обратно. Это страшно. Но старший делает еще один шаг, и еще, до тех пор, пока не оказывается на расстоянии вытянутой руки. Ну здравствуй, хрипит Хасок, потому что в горле огненные шары мечутся, вместо слов только молчать хочется. Здравствуй. — отзывается Тэхён так тихо, что сам себя не слышит. «Ну, я поехал!» — не вовремя вклинивается Чунгук, что просто кожа чувствует царящую вокруг них неловкость. «Ага», — кивает Хасок, не обращая внимания на брата. Машина отъезжает, и вокруг уже не слышно никаких звуков, кроме тявканья собачки, которая пытается запрыгнуть на стол, потому что корма она так и не дождалась, а кушать хочется. С возвращением, говорит Хасок, и Тихен переживает еще одну маленькую смерть от его голоса, хриплого и низкого, но такого родного. Сколько таких смертей Тихен уже пережил. Шесть лет для него каждый новый день — это маленькая смерть. Крошечная могилка на кладбище воспоминаний — но впервые Тихион эту смерть принимает от любого голоса, от трогающего его душу взгляда. Такую смерть Тихион себе хочет, такую ищет, с такой живет. Спасибо. В легких нет воздуха, но Тихион все еще что-то выдыхает. Зайдешь почти робко, почти с надеждой. Конечно. Они молча идут к дому по вымощенной речными камнями дорожке. Дэхён смотрит на спину Хасока, что идет впереди. Не так хочется его обнять, вдохнуть наверняка знакомый запах, ткнуться носом между лопаток, смять ткань свитера на животе и простоять так до следующей зимы. Но смелости Дэхёна хватает только на то, чтобы не разрыдаться, как пятилетнему ребенку, как когда-то давно когда Хасок ему мороженое, растаявшее, в руки вкладывал. При первой встрече и на разбитые коленки дул. Они не проходит в дом, где так вкусно пахнет едой. Тепло и светло. Приятно. Тихон был бы не против называть это место своим домом, потому что сейчас у него этого самого дома нет. «Хион, ты и Мики покормил?» – выглядывает из кухни Чимин – и так и застывает с лопаткой в руке и кухонным полотенцем на плече. И он чувствует, как над ними сгущается молчание, как закручивается спиралями в стены, под кожу, в горло. Ему срочно нужно что-то сказать, что-то вроде «Почему ты такой красивый?» Или «Прости, что я такой глупый, потому что после всей боли, что я вам причинил, я все еще хочу быть рядом с вами каждый день». Но все, что в итоге получается, это вымученное привет. Тимин на секунду меняется в лице. Он весь пропитан обидой, закусывает до боли губы, силится не закричать, сжимает руки в кулаки, напрягается весь. Грозится бомбой взорваться. Ему можно. За все те пятьсот непрочитанных сообщений, за три недели ангины за сбитые колени, за дырку в груди, за рельсы, за тот ужасный вечер, зажигающий поцелуи и касание той ночью, за картину, за воронов, за все, что Тихон причинил ему. Не бессмертному, совсем не сильному человеку, всего лишь пакчемину. Он роняет лопатку, пачкая плитку на полу. Срывает полотенце с плеча и роняет туда же. Сводит бровик, переносится и издает что-то между схлипом и рыком срывается быстрее, чем Хасок успевает среагировать и забегает в комнату, закрывая за собой дверь на защелку и отказываясь кого-либо впускать. Имеет право. Прости. Тимин просто не ожидал тебя здесь увидеть. Он впечатлительный, ты знаешь. Он тебя не, не ненавидит. Так и остается неозвученным. Он видит по выражению тыхеного лица полное смирение он должен быть смелым, сейчас или никогда, иначе вообще не имело смысла приезжать. Он вымаливать прощение на коленях будет, если нужно, потому что он отчаянно хочет, чтобы его простили. Он себя никогда не простит. Этого более чем достаточно. Он медленно приближается к запертой двери, прислоняется к ней лбом и вновь пытается вдохнуть. Чемин. Прости, что так долго. Уходи. Раздаются за двери таким голосом болезненным, что ты и правда, хочется уйти. И лишь бы Чимину стало легче. Но он не купил билет обратно, потому что не хочет возвращаться. Я не уйду. Совсем. Буду под этой дверью жить. Буду тут стоять и спать. Буду сидеть тут и рассказывать тебе всякие глупости. Отвечу на каждое твое сообщение. Я читал. Что ты спрашивал? Был ли кто-то, кто разделял мою боль? Нет. Я ел ее столовыми ложками на завтрак. Обед и ужин один. С кем праздновал Рождество? Один. Но у меня была собака, Юнтан. Он был таким милым, я праздновал с ним все праздники. Хочешь немного черного юмора? Его сбила машина четыре года назад, тоже осенью. Что тоже еще. Сколько у меня было любовников? Зачем ты здесь? Кричит Чемин. Потому что я скучал. За дверью только тишина. Тихон тяжело вздыхает и медленно сползает по двери на теплый ворсистый ковер. Хасок не услышал толком, что Тэхён говорил, потому что вибрации его голоса затопили внутри него все берега, зашли под кожу, пустились по венам вместе с кровью, пробрались в самую глубину всего его нутра. Он подходит и садится рядом с притихшим Тэхёном. Даже простое прикосновение плеч через слои ткани вызывает толпу мурашек. Ты можешь до утра тут просидеть. Чемин бывает упертым. «Мне ли не знать?» — улыбается Тэхён. Впервые так неосознанно, самыми уголками, впервые за шесть лет не вымучена. Но все мы люди. Он захочет есть или в туалет. Ему же нужно ходить на работу, в конце концов. У меня много времени. Я могу тут всю жизнь просидеть. К тому же я заслужил. «Тебе не нужно всю жизнь». Он просто на эмоциях. Он так грезил об этой встрече, что просто растерялся. — Я вообще-то все слышу, — бурчит за дверью, что вызывает у Хасока улыбку. Таки он смотрит на его улыбку, и у него самого что-то из груди рвется, так сильно и грубо, изнутри прямо. Он улыбается, улыбается и задыхается одновременно. Осознание, что он рядом с ними, прокалывает иголками глаза. С Хасокова лица пропадает улыбка, и он ошарашенно смотрит на беззвучно рыдающего Тэхёна. «Эй, не плачь, не надо», — растерянно говорит Хасок, и хочет было потянуться к Тэхёновой щеке, стереть ненавистную влагу, разгладить складку между бровями, но останавливается на полпути, потому что не уверен, что ему Тэхёна, вообще касаться можно. Потому что, кажется, если коснется, уже не сможет остановиться. Руку обожжет до мышц, до костей. А он не очень мин. В голове и в сердце, и под кожей тоже. Тихиона за слезы этого прикосновения уже и не видит. Перед глазами размытое стекло. Он упирается руками в пол, дрожит, как лист на холодном осеннем ветру, и взрывается в один момент всем, что внутри сидела, что раздирало, что болело, кровоточило, каждый день по куску отрывала, в мясорубке перекручивала. Прости, прости, что поступил так ужасно, прости, что зарылся глубоко в своей боли и больше ничего не смог видеть, что поддался этому ужасному темному чувству, что есть во мне. Закрывался от вас, оставил. Прости, что разбил тебя, что разбил Чимина, что сам разбивался каждый день. Я такой слабый и жалкий. Я приехал, чтобы еще хоть раз увидеть вас, а теперь просто не смогу уйти, даже если вы гните. Буду вместе с вашей собакой под дверью ночевать, но не уйду, пока не дадите мне еще один шанс. Боже, я не уверен, что мне хватит одного шанса. Может, мне понадобится десять тысяч шансов, чтобы сделать все правильно. Не это эгоистично с моей стороны. Просить об этом, но я прошу. он уже не контролирует, что и как говорит. Захлебывается слезами и наверняка выглядит очень жалко. Он ничего из-за слез не видит. Руки трясутся. Кажется, он вообще вот-вот потеряет сознание. С хлипа перебивают половину слов, и ты не уверен, что Хасок из всего этого хоть что-то понял. Но Хасок впитал в себя все до последнего звука. Чимин тоже. Он аккуратно открывает дверь. Хасок видит красные глаза у него. Но Чимин не плакал, нет. Сдерживался как мог. Чимин срывается обнимает его первым. Он гладит по волосам, позволяет Тэхёну сминать свою одежду, утыкаться носом в шею и хрипеть, выплескивая свою боль в перемешку с какой-то сумасшедшей надеждой. Хасок только сидит изваянием и двинуться не может, потому что сам только что эту боль сквозь себя пропустил, потому что Хасок ненавидел его, потому что ненавидел себя, ненавидел весь этот гребаный мир, но простил. В тот же день, проснувшись в палате, когда руки и спину будто ломала пополам. Голова на части раскалывалась, а ноги вообще не чувствовались. Уже тогда простил. Это был почти осознанный шаг. Хасок сам так захотел. Он ведь тоже испортил жизнь Тихёну. Набрюк его на такую боль. Может, если бы Хасок этого не видел, не было бы шести лет боли для Тихена. Ну, может, его бы самого сейчас не было. Поэтому все в итоге так, как сложилось. Мы простили. Давно уже, шепчет Чимин и обнимает сильнее. Смотрит на Хасока, тянет к нему руку через Тихонова плечо и переплетает пальцы, возвращая того из мысли обратно. Чимин не смело улыбается ему. Хасок даже смазанно отвечает, сжимая руку своего парня крепче. Теперь все будет по-другому. Они не подростки, они другие. И именно поэтому шаг за шагом навстречу, а потом в одном направлении. Тэхён здесь. Остальное уже не столь важно. Хасук осторожно тянется рукой к дрожащей спине и похлопывает почти неощутимо. Но для Тэхёна насквозь продирающая. И говорит тихо и нежно.